Привет всем! Мы направляемся на обзорную точку Caldera View, которая мне очень нравится за восхитительные виды и наличие под ней пляжа, единственного на острове, с которого можно наблюдать закат, да еще и симпатичного ресторанчика с хорошей кухней. Тишина! Нема вітру! И мы все вздыхаем. Зато мы можем пофотаться. Не, без ветра здесь вообще жестко. Ну ничего, потом поедем на пляж, будем. Вы внизу видели, церквуха опять стоит? Да, да, да. Часто в таких местах интересных, своеобразных. Да я бы сказал бы не интересных. Чего? А странных. Так, не странных. Ну как вот это вот? Оригинально. Ты прибежала туда к ней? Что тут интересно? Тупо странное место. Внизу, в ущелье, не стоит, блин, церковь. Вообще просто. Остатки на якому-то крошечному клочку земли. Будешь по такому крошечному 18 км довжину. А вы знаете, такие мысли, что ты находишься на обломках некогда полноценного круглого острова, ныне представляющего лишь клочок суши 18 километров длиной и от 2 до 6 шириной, и так постоянно посещали меня на острове. Но в этом месте, таком тихом и уединенном, с завораживающим видом на кальдеру, эти мысли особенно донимают. И остро ощущаешь, что на этом обломке суши ты со своими заботами и планами, радостями и горестями – ничто против мощи вулкана. Смотришь на эту трагическую красоту черно-красных стен, спускающихся в морские глубины, и не верится, что по всему острову, а особенно на улицах Тиры и Ои, кипит жизнь, такая же обычная, как на любом нормальном материке с бескрайними просторами. И вряд ли кто-то переживает или вообще вспоминает в переполненных тавернах, отелях или на пляжах о недремлющем в глубинах моря вулкане-убийце. Ранняя кава. Под зонтиком. Экзотическим. Наташа в ранішнє сонце з лаймом. В ранішнє сонце з лаймом, да? Да. А как Не, как оно? Unique view, да, по-моему, или что там? Caldera view. Caldera view, but unique. Unique, да, как-то там так. Проходите, проходите на место. Давай, Наталья Николаевна. Ну погнали, за работу, бери фотики вперед. Так а фотик где, в тебе ж был? Где фотик, а что лежит на стуле? Греки замутили, короче, место для фотографирования. Но без кофе никак, только берешь кофе, потом фотографируешься. И сказала, если хочете померти на камеру, то пейте вот эту чачу. А то она тут годами стоит, наверное, как юшка. Так специальная жидкость, которую ты видишь, чтобы цвет не теряла. Я спросил, можно ли использовать эти бокалы для фотографирования, сказал, главное не пить.
Ну, как вы уже поняли, на уникальном острове Санторини пляжи просто невообразимые и совершенно не подпадающие под классическое понятие пляжей. Поэтому, если хотите больше узнать об этом острове и его пляжах, оставляю под этим видео ссылки на другие свои фильмы о Санторини.